Рэпер похвастался богатым уловом. Известный российский рэпер, участник проекта «Фабрика звезд» Тимати на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал снимок, на котором он находится на яхте со своей дочерью. Судя по всему, музыкант неплохо порыбачил. Во всяком случае, у него в руках огромная рыба, которая размером с его дочь. Закинул старик невод в море, кратко подписал снимок известный певец. Отметим, что несколько лет назад Тимати заявил, что он не хочет, чтобы детство его дочери Алисы проходило мимо него. Музыкант старается уделять как можно больше времени общению с ребенком. Он безумно любит девочку. Такие счастливые папа с дочкой. Тим, мне кажется, тебе еще нужны дети. Сын точно нужен, закинул старик невод и сразу копченую рыбку поймал. Красавчик, как же это круто, что вы дарите такие эмоции своей дочери. Это супердетство, заметили в комментариях пользователи.